Как показывает практика, детвора не любит супы. Единственное, что их может привлечь, это запах и легенда, которая связана с этим блюдом. Сегодня на обед я приготовлю куриный суп с рулетиками из теста и цветными помидорами. Можно сказать детям, что это пища королей. И в каждом рулетике есть волшебная сила. Думаю, после такой промо-акции супа в тарелке не останется. Для начала очистим куриные бедра от кости. Сильными движениями делаем надрезы по обе стороны кости. Вот приблизительно вот так. И нарезаем мясо на небольшие куски. Для супа нам понадобится 2 литра воды. Пока вода закипает, я подготовлю тесто на рулеты. Нам понадобится 2 яйца. Двести грамм муки и щепоточка соли. Чтобы тесто не прилипало к рукам, руки можно смазать подсолнечным маслом или просто смочить водой. Тесто должно получиться очень упругим, такой как на макароны или печенье. Вот приблизительно вот так. Тесто готово. Пока отставим его в сторону, подготовим зажарку и обжарим курицу. Хорошо разогретой сковородке растопим 50 грамм сливочного масла. Туда же отправим наши куски курицы и поджарим до золотистой корочки. Когда мясо подрумянится, мы его отправляем в кипящую воду. Половину масла сливаем в пиалу. Масло нам понадобится потом для смазывания наших рулетиков. Придадим рулетикам чуть-чуть пикантности. Добавим мелко нарезанные 2 зубчика чеснока. Для зажарки нам понадобится 1 луковица и 2 морковки. О, началось. Чтобы так не рыдать над бедным несчастным луком, советуют нож смачивать водой. Чем чаще, тем лучше. Так, на нашем масле, которое осталось после курицы, поджариваем лук. Слышала одну историю, когда парень наелся морковки. Ну, как наелся? Он ел ее почти каждый день в течение 2 недель. Его кожа стала желтого цвета. Я не знаю, насколько это правда, но проверять не буду. Следом за луком отправляем морковь. Нашу зажарку отправляем в суп. И он сразу приобретает невероятные краски. Приступим к рулетам. Рулетиком. Немножко присыпем столешницу мукой, чтобы тесто не прилипало. И любимым предметом злых жен раскатываем тесто.
Но мне кажется, работать с ним легче мужчинам, чем женщинам. Здесь нужна сила. Тесто должно получиться тоненькое. 1-2 миллиметра. Есть 2 миллиметра. Теперь нашим маслом с чесноком. А, аромат потрясающий. Я так люблю чеснок. Смазываем наше тесто. Только так, чтобы вы оставили края по трем сторонам не смазанными, чтобы могли их соединить. Немного перчика и заворачиваем. Хорошо защипните по краям и оба конца, чтобы рулет не распался и масло не вытекло. У нас есть папа-рулет, есть мама-рулет, рулетиха. Надо сделать им маленьких рулетиков. Поперек обоих рулетов делайте надрезы 1.5 сантиметра шириной. И вот они такие маленькие рулетики. Он такой уже кричит: «Съешь меня! Съешь!» Я в детстве такие штучки обожала. Проверим суп. Старайтесь не переварить рулеты, иначе они размокнут, потеряют форму, и легенда будет разрушена. Отправляем королевский суп обратно на огонь. Хорошо помешайте, чтобы рулеты не слиплись. И поварите еще 5-10 минут. Чтобы в наш суп придать еще больше красок, мы добавим 2 вида помидор. Желтый и красный. Последний штрих – зелень. Добавляем зелень и снимаем с огня. Главное, чтобы рулетики не переварились, не превратились в кашу. Этот суп нужно есть сразу. Потому что рулеты от долгого пребывания в жидкости станут мягкими и непривлекательными. Если вы все же решили приготовить суп на несколько подач, храните бульон в холодильнике отдельно. А рулетики заготовьте и проваривайте в бульоне перед подачей. Это очень вкусно. Для приготовления куриного супа с рулетиками не понадобится 1 репчатый лук, 1 морковь, 2 куриных яйца, 200 граммов муки, курица бедро 400 граммов, 2 литра воды, сливочное масло 50 граммов, 300 граммов помидор, желтых и красных, соль по вкусу, 2 зубчика чеснока, молотый перец и петрушка. За маму. За папу. Дети будут в восторге.